Хочу принести извинения всем военнослужащим российской армии и всем сотрудникам силовых структур России, также их семьям и всем, кто принимал и принимает участие в проведении специальной военной операции на территории Республики Украина. Ранее в ночь с 24.02.2020 на 25.02.2022 я выложил в своем аккаунте в социальной сети Instagram видео, в котором плохо отозвался о российских солдатах. Данное заявление сделал, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мне искренне жаль за эти слова. Я прошу за это прощения. Впредь я более не допущу подобных высказываний. Я был неправ. Прошу принять мои извинения.